на площади Свободы в нашем родном Покровске. Сегодня 7-й фестиваль казачьей культуры. Слава Богу, он сегодня проводится в нашем родном Покровске. Вот о, сейчас пойдем туда. Там уже пляшут. У нас выступление какое? Уже колян шашками? Какое? 12:30. Как обычно. Такое. Обычно. Блин, ветерок. Надо было плетки взять. Надо было плетки взять. Сказал, что.